Всем привет! С вами лучшая студенческая программа «Альма-Матер». И мы, Миша Коробицкий и Лена Хроменкова. Советуем вам отложить свои дела, чтобы узнать, что мы приготовили для вас на этот раз. Смотрите в этом выпуске. Выбрать профиль еще в школе — об одном из главных нововведений этого года далее в программе. Специалист по распределению, врач по призванию. Наша съемочная группа отправилась в Шклов, чтобы познакомиться с молодыми медработниками. Профильные классы вернули в школы с 1 сентября. Напомним, что 8 лет назад от изучения предметов на повышенном уровне отказались. Тогда решили, что изучать предмет углубленно ученик сможет на факультативах. Но на практике этот вариант оказался неэффективным, и в этом учебном году профильные классы снова возвращаются в школы. Теперь у учеников будет выбор: поступать в гимназию или лицей, или остаться в школе и получать углубленные знания в профильных классах. Подробности в нашем сюжете. Состоят из наименьших неделимых частиц. Они отличаются между собой. 29. Это порядковый номер. Число протонов в любом атоме постоянно. Предмет химии для этих школьников один из самых любимых. Уже сейчас, за 2 года до окончания школы, они уже определились с будущей профессией. Класс, созданный в Могилевской средней школе номер 5, ориентирован на подготовку к поступлению в медицинские учебные заведения. Вы знаете, нам предшествовала огромная работа еще в 15-16 учебном году. Сначала мы, конечно, изучали запросы учащихся и их законных представителей, родителей. И были выбраны те ребята, которым по итогам диагностики необходимо было именно изучение предметов химии и биологии на повышенном уровне. Мы договорились, что преподаватели медколледжа будут вести у них в 6-й школьный день часы дополнительного образования. Так называемая кружковая работа у нас пойдет, которая будет обеспечивать запросы учащихся по подготовке их к поступлению в высшее учебное заведение, изучение химии, биологии на более повышенном, углубленном уровне. А в каких школах открывают профильные классы, Миша? Этот вопрос решают местные власти. При этом учитывается уровень подготовки учителей в школе, материальная база для профильного обучения и, самое главное, желание и готовность детей и их родителей. Ребята в классе все мотивированные на поступление, настроенные на серьезную работу, знают, чего хотят и не боятся сложностей. Мама говорила, что это сложная профессия, но в то же время она интересная, это общение с людьми, это как бы узнаешь что-то новое, саморазвитие. Скажи, а вот не боишься там кроли, там надрезы? Честно говоря, побаиваюсь. Кстати, не только грызть гранит науки будут ближайшие 2 года эти школьники. Будут и практические занятия, введение в будущую профессию. Хочу стать врачом-окулистом, если получится, конечно. Замечательный учитель был наш бывший классный руководитель, и она привила особую любовь к предмету химии. Я очень люблю химию и биологию, я хочу поступать в мед, поэтому я решила попробовать свои силы и поступить сюда. Это престижная и востребованная работа. На субботних занятиях в Могилевском медицинском колледже будущие эскулапы оденут белые халаты, научатся делать уколы, мерить давление и другим необходимым в медицинской профессии манипуляциям. Учебный год только начался, но не только вопросы науки волнуют студентов, но и финансовые. Большинство ребят учатся платно, и вопрос, сколько же стоит учеба, был одним из главных при поступлении. Плата за учебу и сопутствующие студенческой жизни траты. Многие студенты уже сейчас задумываются о подработке, но где найти работу — с этим вопросом сталкиваются практически все. Итак, самой студенческой остается сфера обслуживания. Например, работа официантами, курьерами или мерчендайзерами – это отличный вариант подрабатывать посменно, не прогуливая занятий. Владимир Орлович – студент Белорусско-Российского университета. Подрабатывать начал с 1-го курса. В свободное от занятий время занимался ремонтом компьютеров. А сегодня он бармен в одном из ночных клубов Могилева. Такая работа, по мнению студента, это и идеальный вариант заработка, и наработка коммуникативных навыков. Кстати, по статистике, в среднем 50% персонала всех развлекательных заведений Могилева – студенты.
Для личного развития очень помогает. То есть, когда ты до того, как ты не работал, к примеру, здесь, меньше общался с людьми, ты приходишь в университет, ну, совсем не то. То есть, через время ты чувствуешь, что это очень поможет и в жизни. Учебе не мешает? Нет. Отцу помогаю, ну, платить за квартиру, то есть покупаю еду там и себе, естественно, какие-то вещи. Вот, кстати, скоро будет зима, надо куртку подкупить. Сейчас подработка превратилась для студента в любимое дело. А после окончания вуза Владимир планирует продолжить осваивать профессию бармена. Знакомимся, Вероника и Дарья. Обе студентки МГУ имени Аркадия Кулешова. И обе уже сейчас работают по специальности. Я работаю на кафедре педагогики, работаю на полставки в первую смену. Моя работа заключается в том, что я оказываю преподавателям помощь в подготовке их занятий. То есть я подготавливаю аудиторию, у нас есть аудитория соседняя с мультимедийным проектором. Также я выдаю преподавателям, студентам заочного и дневного обучения необходимую литературу для подготовки к занятиям. Это обычная подготовка к паре у меня для детей в колледже. Я утром езжу на пару в университет, занимаюсь здесь, а после этого отправляюсь в колледж и готовлю занятия для детей. От теории к практике, от пар к работе изо дня в день. Сегодня цель Вероники – поступить в магистратуру и стать преподавателем здесь же, в своем родном вузе. А Дарья продолжает совершенствоваться как педагог. Я планирую продолжить здесь дальше работать. Это поможет мне в обучении в магистратуре, потому что здесь я смогу общаться с преподавателями не как студент и преподаватель, а как сотрудник и преподаватель. Это способствует развитию моих профессионально значимых личностных качеств. Каждому ребенку необходимо найти свой индивидуальный подход. Каждый, не только ребенок, но и каждая группа, каждый коллектив отличается. И чем быстрее найдется взаимосвязь педагога с группой, тем проще будет и быстрее работать. Не могут, потому что мало практики. Да, у нас за 5 лет было 2 педагогические практики, но они отличаются от действительности, от работы не на 2 месяца или полтора, а когда ты уже пришел именно в коллектив навсегда. Ежедневные траты, учеба, путешествия. Сегодня девушки пусть частично, но сами оплачивают свою студенческую жизнь. Кроме того, они утверждают, сложный график, работа, учеба дисциплинирует. Этот факт подтверждают и преподаватели. Работающие студенты вызывают у преподавателя такую определенную симпатию и уважение в связи с тем, что в первую очередь они учатся организовывать себя. Это всегда студенты, которые могут высказать свою точку зрения, да, потому что они уже соотносятся с практикой то, о чем мы говорим на учебных занятиях. Герои нашего сюжета уверены, работа в студенчестве – это ценный опыт, который, кстати, по окончанию вуза на вес золота при трудоустройстве. Есть и платного обучения, и обратная сторона. Пока одни радуются диплому без распределения, другие думают, как устроиться на работу. За специалистами без опыта очередь, к сожалению, не стоит. В это время на своих первых рабочих местах осваиваются недработники. В Могилевскую область получили распределение без малого 300 выпускников медицинских вузов. Это чуть больше, чем в прошлом году. Наш корреспондент Веста Смирнова отправилась в город Шклов, чтобы узнать, как проходят рабочие будни у молодых врачей. Роман Малашенко живет в Могилеве. В Шклов попал по распределению. Реаниматологом-анестезиологом Шкловской районной больницы работает всего пару дней. И уже прочувствовал, что работа нелегкая и экстремальная, но о выборе ничуть не жалеет. Любой доктор-анестезиолог становится, наверное, доктором сразу же после своей первой манипуляции. То есть, когда ты сразу же принимаешь решение самостоятельно, когда ты понимаешь, что за твоей спиной никто не стоит, и тебе приходится работать самому. Конечно, все навыки мы получили во время интернатуры, но сейчас, когда ты находишься один на один в жизни пациента, в общем-то, и со своими навыками, понимаешь, что чего-то к тебе не хватает, и это стимулирует тебя работать дальше. Выпускники, которые в свое время поступали в медицинские вузы с целевым направлением, должны отработать по распределению 5 лет, другие – 2 года.
Роман рассказывает, распределение в Шклов его не испугало. Работы здесь много, а значит и опыт придет быстро. Врачу-акушеру Ирине Качановой тоже нравится работать в райцентре. Здесь она трудится уже год. Шклов – город поменьше, чем Могилев. И, на удивление, все мои старшие коллеги много кого знают уже. Не один год, и все становится намного легче. Когда даже я вот первое время приходила к ним за какой-то помощью, за консультацией, они уже, глядя на амбулаторную карту, смотря имя, фамилию, отчество, в принципе, мне могли сказать весь анамнез. Ирина признается, что первое время работать было нелегко. Как относятся пациенты, которые приходят и видят молодую девушку? Вот есть ли у них какое-то недовольство, может быть, или какое-то недоверие? Ну, отношение у них неоднозначное. То есть кто-то наоборот говорит, что вы недавно закончили медуниверситет, вы, наверное, больше помните, поэтому некоторые даже сами приходят и подругу еще возьмут в следующий раз. А бывает такое, что привыкли к одному доктору на участке, и а где мой доктор? Ну, как-то находим обычно общий язык, отношение у нас к женщинам хорошее, поэтому рано или поздно доверие все равно возникает. Новички не стесняются просить помощи у старших коллег. Совет опытного врача лишним не бывает. Николаевна, можно у вас тут спросить? Тут женщины гемоглобин низкий, может назначить какую-нибудь? Надо знать, железо. Что сделать. Начинающим специалистам больница помогла решить вопрос с жильем. Теперь нет необходимости каждый день ездить в Могилев. В этом году пришло 10 молодых специалистов с высшим образованием и 8 со средним образованием. Все вовремя прибыли на рабочее место, устроились. Как бы самое благоприятное отношение. Мы очень ждали, специалисты востребованные. Это, например, 2 педиатра. В педиатрах мы нуждаемся. 4 терапевта, участковый врач общей практики, врач-реаниматолог, анестезиолог. Всем рады. В этом году на Шкловщине свои первые рабочие места получили выпускники медколледжей Орши и Могилева. Среди них фельдшеры, медсестры, акушеры, помощник врача и фельдшер-лаборант. А еще врачи говорят, что им все чаще приходится спасать детей, проглотивших монеты, и советуют прятать подальше звенящую мелочь. Лучший способ спрятать ее в копилку. Покупать ее студентам не обязательно, можно сделать и своими руками. Уделите этому 5 минут, и ваши деньги перестанут уходить на всякую ерунду. Ловите новый лайфхак от Кати Волковой. Есть одна очень интересная теория о том, как правильно распоряжаться личным бюджетом. Согласно ей, 50% заработка должны уходить на необходимые траты, 30% на развлечения и 20% на сбережения. И наш сегодняшний лайфхак о том, как правильно сберегать. Мы будем делать копилку, как всегда, из того, что оказалось дома под рукой. Чтобы сделать копилку для монеток, я взяла банку от кофе с пластиковой крышкой, нож, зажигалку, несколько видов пилочек и монетки. Первым делом откручиваем крышку от банки и выделяем ножом то место, где должно появиться окошко для монеток. Далее нагреваем нож зажигалкой и делаем отверстие. Спиливаем неровности пилочкой, закручиваем крышку на баночку, и домашняя копилка готова. Осталось наклеить на нее мотивирующий стикер. А вот более простой вариант копилки. Для нее понадобится всего лишь жестяная баночка от любого напитка. В нее также можно собирать монетки. Не откладывайте на завтра то, что можно отложить сегодня. На этом все. Ждем вас в Альма-Матер каждые 2 недели. Включайте Беларусь 4, Могилев. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Чао. Нет, не надо нас так пугать. Быстренько эта копилка будет опустошаться. Взял ножницы, что? Порезал, достал. Давай. Хочешь глотай, хочешь трать. 2 года. Ну как это? 2 года. Как же так живешь?
Нам просто 5 лет и 2 года. Как мы так и живем.